Эта история началась, когда мальчик гулял по городу. Он гулял по городу, а ему встречались бродящие собаки с очень грустными глазами. Ой! И вот однажды на него с неба упало перышко. И оно было такое красивое, что мальчик решил, что оно волшебное. Пап, посмотри, что я нашел. Здравствуй, сынок. Ну, если понравилось, оставь. Мальчику хотелось всем показать свою находку, и он показал сестре. Фу, где ты нашел эту гадость? Выкинь ее. Мальчик расстроился и пошел к маме. Сынок, тебе правда понравилось это перышко? Но если понравилось, тогда оставь его себе и загадай желание. И оно обязательно сбудется. Ой, мамочка, смотри, сбылось! Ha 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 ha!